Спасибо вам огромное. Мы очень ждали школу. Спасибо. Три детских сада еще будет здесь введено в этом году. Школа большая, просторная, с запасом. Ну, да. В следующем году там в соседнем районе еще сдастся школа. Так что проблем с детскими садами, школами, надеюсь, здесь не будет. Футболисты, как дела? За кого играете? За Спартак! За Спартак! Ладно, молодцы, давайте фотографируемся. Спасибо. Здравствуйте, Сергей Семенович. Здравствуйте. Да могу, конечно. Конечно, могу. Держи. Спасибо. Спасибо. Спасибо, играй. Будешь чемпионом. Это будут ребята, которые проживают непосредственно в новом районе, который активно строится и заселяется. Кроме этого, несколько сотен ребят перейдут из нашего здания и продолжат обучаться уже непосредственно около своих домов в новых классах. Школа за последний год очень сильно преобразилась. Все кабинеты абсолютно стали укомплектованы. Появилась мебель, появилось школьное оборудование. Специализированные классы прекрасно вместили все оборудование. Меня больше касается спортивная сфера, потому что я до этого занималась спортом, и я была очень рада тому, что здесь это очень развитые спортивные кружки. Я планирую пойти и поступать в эти кружки, заниматься спортом. Я походила здесь с экскурсией и увидела новые кабинеты. Мне они очень понравились. Новое оборудование, все шикарно. Да, безумно красивая школа, внутри еще лучше, чем снаружи. Красивые кабинеты, очень круто обставлены. Особенно мне запомнилась библиотека. Она просто огромная. Эту школу мы ждали очень сильно, потому что уже достаточно давно живем в этом районе, район нам очень нравится, и вот единственный был минус, то, что не хватало школы, приходилось ездить. И, конечно, мы ее очень-очень ждали, хотели, и очень рады, что наконец-то она появилась, и очень большие надежды на то, что она и по качеству тоже будет очень давать хорошее образование, хорошие возможности нашим детям для развития.